Молитва преображает нашу душу. В праздник преображения Господня глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента. Накануне с особой торжественностью было отслужено всеночное бдение. Как и во всех храмах Русской Православной Церкви, после божественной литургии по традиции был совершен чин освящения плодов нового урожая. Митрополит Викентий освятил виноград, а затем поздравил прихожан с 20-м торжеством, отметив, что преображение, которое видели на фаворе, возможно не только для монахов и особых подвижников, но и для всех нас, если мы пожелаем идти по пути христианской жизни. Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся образом и подобием Божьим. И в нас тоже есть эта частица Божества. Молитва для нас имеет большое значение. Она преображает нашу жизнь, нашу плоть, наше человеческое естество. И поэтому мы должны любить молиться и дома, и здесь, в храме Божьем, потому что она есть средство для нашего преображения. Ради Царства Божия, ради вечного своего спасения, своего вечного преображения.